С 1 февраля в Югре повысят социальные пособия и ряд выплат. Размер материнского капитала на первого ребенка вырастет почти до 631 тысячи рублей, на второго – до 833 тысяч рублей. Пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам вырастет в среднем в полтора раза. Малообеспеченные семьи и беременные женщины также могут рассчитывать на повышенные единовременные пособия, размер которых привязан к МРОД. Выплаты для инвалидов и ветеранов, а также героев России проиндексируют на 7,5%.